Всем добрый день. У нас сегодня понедельник. Я сегодня Марину с Ваней оставила дома, потому что на улице мороз. Сама сейчас поехала на детское пособие собрать справки все. В этом месяце я не детское пособие, вообще ничего не получу. Получается только зарплата от Ютуба. А в следующем месяце уже получу. Да, Тайсон? Хороший мой майтик. Ладно, идем на автобус, то я опоздаю. Все, помыли мы нашу старушку и немножко постригли. Завтра машинку занесу, получше постригу, но вот сегодня немного состригла, чтобы завтра машинка лучше взялась. И вот такая вот наша Мася уже очень старенькая, глухая тетя. Да, Масенька? Да ты моя хорошая. Она у нас йоркширский терьер. Вы не смотрите, что я сейчас так настригла. Завтра машинкой все постригем. На ночь не будем машинку доставать. Да, скажи, завтра с утра кондиционерчиком еще хорошенько обделаем и все. Вот такая вот наша еще одна живность. Вы просили показать? Мы показали, да, Масенька? Ой, ты моя сладкая девочка, такая лопаточка. Посмотрите, какие у нее классные глазки. Напишите, если у вас есть собака, какие у вас собачки есть. Всем желаем всего самого хорошего. Всем говорим пока-пока. Всем добрый день. У нас новый день, новый влог. Я сейчас поеду в город. Вот хотела показать, какая у нас температура на данный момент. 28 градусов. И очень холодно. Снег вроде не навыпадывал. Крепость почти разрушили уже. Ну, а я поехала дальше документы собирать на детское пособие. Уже второй день собираю. Так что вот как-то так. Ладно. Едем в город, потом приеду и все расскажу. Показывать ничего не буду, потому что очень холодно, рука мерзнет. Снимай. Тайсон, привет! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантино. Я приехала уже с города, уже начала кушать, готовить. Согреться все никак не могу, поэтому в куртке пока хожу. Просто у нас на улице мороз под 30 с лишним градусов. Что? Прописи, страница. Подожди немножко, сейчас уже. Я уже сейчас сварю, потом будем уроки уже делать. Многие спросят, наверное, что ты, Настя, делаешь, какие документы собираешь. Я на детское пособие, чтобы детям сделать бесплатное питание в школе. У меня сейчас получается, дети на платном питании будут переходить. Но мне Света тут сказала, мама, я не буду питаться. Она вообще у нас привередлива в еде, даже учитель всегда говорит, что она в школе не все съедает. Она выборочно, что ей нравится, то она и ест. Поэтому сейчас у нас проблема — это сейчас собрать документы на питание. Мне надо собрать, и чтобы Света могла питаться. Прошу извинения, просто я тут кушать поставила варить и хочу свекла, тут вот дрябла есть. Отварить ее, да салат сделать. На питание вот справки соберу сейчас и будут дети питаться в школе. А пока платно. Света сказала, ей не надо, но вот я что-то не знаю. Как так ребенок будет в школу ходить и без питания? Она, по идее, дома всегда ест, но все равно что-то не это. Получается, с 1 по 4 вроде бы бесплатно питаются в школе. Я не знаю, еще надо узнать точно. Если нет, то значит будет платно питаться. Егор, ты не забывай, что ты в школу идешь, питаешься платно. Я учителю позвоню, скажу. Я не буду питаться. Не будешь тоже питаться? Вы что, вместе со Светой сговорились? Нет, я все давно говорю. Ты будешь дома кушать все-таки? Егор тоже решил, что он будет дома кушать. Оксана, говорю, я не помню, там какая... Посмотри, у нее в первом классе переписки, что там, домашнее задание, прописи. По-моему, 19-я страница. Нет. Ну-ка покажи, я не вижу так, издалеко. Вроде бы да. И вот... Документы сделаю, сдам на детское. И надо Ване еще оформить. Да. Я китаюсь или нет, я не понял. Учитель говорил, а что, я китаюсь или нет? Справка закончилась, я тебе могу поставить на платное питание. Я китаюсь или нет? Ты хочешь или нет? Нет. Может, все-таки хочешь?
Ну сейчас решим, что. Работу. Ты хочешь? Ты же в школу не ходишь. Как ты хочешь? Вот тебе и ум. А что ты маму-то по жопе бьешь? Мама-то что, виновата, что ли? Катя, ты на платном питании будешь, если в школу. Так, все, натерла морковку, картошку нарезала, варим суп. Поставила тут варить свиные кости, у меня они будут долго вариться, а здесь свеклу почистила, поставила варить. Готовим. Меня как-то спрашивали, а зачем вы вот это вот оставляете? Я это, видите, помыла и сейчас сушу для шиншиллы. Высохнет и будет Шуша кушать. А мы решили с Оксаной поесть кашу манную с медом. Видите, тут мед наложили. И с изюмом, да. То у нас папа варил очень жидкую кашу. Пока мама в город ездит, документы все собирает. Папа решил кашу отварить. С медом мы сделаем. Сахаром никто не хотят, все с медом едят. Мед, который вот этот вот нам присылали из Германии, очень вкусный. Дети прям так с радостью его едят. Видите, уже полбанки съели. И второй тоже очень хорошо едят. Но вот этот вот вообще вкусный мед. У нас вот такого в городе не найти. Прям вообще вкуснятина. И вот сейчас тоже решила немножко перекусить. Я сегодня что-то еще. А у меня тут уже готовится, все варится, варится, варится. Вон апинку снимать опять Тайсону в кастрюлю. А я. Готовим кушать. Дальше. Всем привет, дорогие друзья. У меня пришел Василек. И я решила распаковать, пока у меня там суп варится, мы с вами распакуем. Что же там интересного пришло, сейчас посмотрим. Заказ небольшой делала совершенно, поэтому будет немного. Так, бумажка здесь. Тут у меня девчонкам костюмы, поэтому посмотрим. Вы все видели вот такую пижаму, я заказывала Свете и заказывала Снежане. Нынче я заказала всем остальным девчонкам такие же пижамы, но размеры разные. Так, 140 ростовка, 146, 110 это Марине и 122. Сейчас посмотрим. Так, 146 должно подойти, по идее, на Кате. Сейчас откроем и глянем. Да? На Катю будет в самый раз. Нам они очень понравились, поэтому девочки захотели, чтобы у всех одинаковые были. На Кате должно быть, мне кажется, в самый раз. Это вот первая пижамка, потом сфоткаются, и мы вам покажем. Дальше, 140, это на Машу. Сейчас мы посмотрим. Да, Маша, тоже, мне кажется, тебе будет хорошо. Вот такая вот пижамка 140. Так, ну и вот получается у нас тут что? Оксана 122. Сейчас посмотрим, подойдет или нет. Так, где тут, как открывается-то? Вот, увидала. Им просто всем эти пончики понравились. Пироженки или пончики это, да? Пончики. На Оксану такая же пижамка, тоже штанишки и кофточка. Сейчас посмотрим на Мариночку, подойдет или нет. То я очень переживала, что подойдет или не подойдет. Размеры. Да, на Мариночку тоже должно подойти. Поэтому потом в примере, девчонки, мы вам обязательно покажем. Дальше. Пришел костюм. На 116 это я заказывала Марине в садик на физкультуру. Они занимаются. И у них там просят белую футболку и шортики. Вот такая вот у Мариночки будет футболочка в садик. И вот такие вот шортики для Марины в садик. Потому что у остальных есть, а у Мариночки нету. И вот поэтому я заказала. Потом тоже обязательно примерку мы сделаем. У меня, знаете, вот я сейчас снимаю. А сзади камеры стоят все, кроме Вани и Марины. Так, это ценник тут лежит. Дальше. Носки. Я знаю, что вы мне часто говорите: Настя, вы что, носки едите? Ну вот, ребят, что-то получается
придут одни, дадим, вторым дадим, третьим, пятым, десятым. Получается, что носков самим ничего не остается. Поэтому носки у нас такой расходник, что мама не горюй. Носки идут здесь хлопок, женские длинные вот такие вот носочки. Тут их 6 пар. Дальше. Носки женские длинные. Я что, женские все заказала, а мужские? Мне жена была мужские. А я, видать, перепутала, я не женские, но заказывала. Так, да, женские со стразиками. Видно там? Со стразиками, с такими красивыми, все со стразиками. Тут 6 пар тоже. Обязательно потом тоже покажем. Дальше. Носки женские длинные. Я что, точно реально, что ли, все женские заказала? Еще одни носки. Обычные однотонные носочки. Дальше. Ура, мужские. Я уже думала, я только женские заказала. Дальше у нас идут мужские носки массажным, с массажным эффектом. Вот такие вот. Вот их что получается? 6 пар тоже. Обязательно потом покажем. Дальше у меня, ребята, пришли костюмы. Костюмы девочные. А на мальчика, который я заказывала, не пришел костюм. Блин, опять не пришел. Ну, по идее, вот этого он написано, что он мальчик, но тут, видите, блестка. Блестки, поэтому... Он как написан? Девочный или мальчик? Девочный. Девочный, да. Перепутала. Так, вот этот вот костюм на размер 140. Кто его заказывал? Я. Маша. Вот тебе, Катя. Я в корзину с Мау жила. Маша ложила этот костюм. Я фото сложила вот эти вот сама. Я тоже хочу костюм. Мы тебе тоже, Оксана, закажем. Вот такой вот у нас Маша себе выбрала костюм. Пятнистый. Такой, слушайте, классный. Но он не сильно не сильно толстый. Им на физкультуру, на спортзал. И вот такие вот штаны с полоской пятнистой. Ну, костюм мне нравится. Костюм хороший. Также спереди имеются 2 кармашка. Потом Машенька обязательно примерит, и мы вам скажем, как он ей. Да, Маша? Дальше. Тут 2 одинаковых костюма. Я, по идее, заказывала один для одного мальчика. Ну, не знаю, возьмут, не возьмут они. Сразу говорю, не за деньги. Бесплатно. Да, это мальчиковый. Он, как написан было, унисекс. Это получается и для мальчика, и для девочки. Вот такой вот костюм. Или нет, или это Света у меня заказывала такой костюм? Нет? Я такой не просила. Ну вот, получается, вот такой Катя просила такой костюм. Вот на 140. Это ростовка. 152. Сейчас посмотрим тот, какая ростовка. И вот штаны тоже с полосками. Вот с такими. Спереди тоже 2 карманчика имеются. Штаны не утепленные, тоненькие. Но не сильно тонкие, но вот рука не просвечивает. Они получаются плотные, но хорошенькие, мне нравятся. Резиночка сверху, резиночка также имеется снизу. Так же, как на Машином кармане. Ой, костюме. Вот такой вот костюм. Тут видите, вот эти вот можно убирать. И, пожалуйста, мальчик, носите. Ну, потому что на нем написано, у нее секс был. Хлопок 100%. Вот такие вот костюм. На 152 ростовка. Так, а второй у меня на какой ростовка? 152 тоже. 76. Тоже 76. 152. Это что, 2 вообще одинаковых костюма? Да, не 2 одинаковых. Вот такие вот 2 костюмчика пришли. В целом заказ был небольшой. Костюмы у нас получается вот эти вот последние у нас они стоят 1064. Это вот этот вот костюм. Потом пончики за 658, 2 больших, которые, и 2 маленьких за 490 рублей. Потом футер-начес, вот этот вот костюм, 826 рублей. Носки по 26, носки женские, твой стиль по 31,
26, 31. Костюм трикотаж для физкультуры 308 рублей. Вот такой вот в целом у меня заказ был. Сейчас мы фотки вам предоставим все. С фотками также я еще цены напишу. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Проходите по ссылочке обязательно на Василек. Там очень часто обновляются товар, потому что там очень много разнообразных костюмов, разнообразных пижам. Если вам понравилось, то не забывайте, ссылочка будет в описании канала. Так, Маша одела костюм. В целом, очень даже хорошо. Повернись боком, пожалуйста. Боком, боком, Маш, боком. Вот так вот. Видите, сбоку лампасы. Немножко рукава, да, длинные? Но оно всегда... Повернись еще. После стирки будет нормально. Спереди, спереди. Видите, блестит. Тебе самой, Маша, нравится? Да. Или другой будем заказать? Этот оставишь себе? Ну все, хорошо. Сейчас фотку и фотографию приложу. Сюда. Девочки, уже пижамы одели. Но сейчас другие придут, и мы все вместе покажем, как. Нравятся вам пончики ваши? Да. Ой, какие так красотки. Так у Светы штаны и футболка. Да, как у Светы. Сейчас остальные оденутся, и мы вам тогда покажем, да, уже все? Да. А пока вот так вот, девчонки, видео с распаковкой все это увидите. Девки довольные сидят, радостные. А тут наш Шуша. Меня грызет, 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 грызет Шуша. Катя, открой. Все, девочки, смотрите, какая красота. Все еще Свету сюда поставят, потому что у Светы такая же пижама. Вам самим нравится? Да. Поверните спинками. Смотрите, всякие красавицы у меня, девчонки. Все, поворачивайтесь. Лайк. Лайк. Так, Мариночка одела костюмчик. Да, Марина, тебе самой нравится? Да. Поверни спинкой. Ой, ты моя красавица. У Марины, кстати, спрашивали, какие... Повернись, повернись. Спинка, какие волосики. Вот такие вот у нее длинные волосики. Все, поворачивайся опять. Ты физрук? Так, костюм на Кате смотрится вот так вот. Поворачивай спинку. Капюшон не поправила немного. Вот, немножко ей большева, да? А так тебе нравится он? Сейчас фоткаемся и фото приложим. Сняли Василек. Да потому что он тут стоял полдня на столе. Нафига его сюда ставят? А? Нафига его ставят сюда? Так я не знаю, кто-то поел кашу с медом и мед оставил на столе. Надо было холодильник убрать его. Закинула я уже картошку. Сейчас буду морковку обжаривать. Девчонки такие довольные ходят в одинаковых пижамах. Прям у них такая радость. Я все, знаете, все хочу вот одинаковую одежду на всю семью, вообще на всех заказать и профоткаться. Сегодня фотографию выложила в Инстаграм. Какие там у меня девчонки в пижамах в одинаковых. Свете, говорю, Света, одень тоже, давай сфоткаемся. Но я не буду фоткаться. Она не любит с ними, с кем-то фоткаться. А у Светы хотя такая же пижама. У меня у пятерых девчонок одинаковая пижама. Хотела... А, ну еще у Снежи, да. Хотела Ване такую же заказать, а там самый маленький размер 110. Ваня, он большой будет. Это вот на Марину 110 нормально. А Ваня, он большой будет. Хотела Ваня в такую же пижаму одеть, но не получилось. Так что вот так вот. Вот такой вот у нас, ребята, вечер. Вот такой вот у нас день. Знаете, что Света делает? Стоит и мажет это хлеб медом. Они эту банку меда быстро съедят, я так подозреваю. Это уже тоже едите? Угу. С
Все понятно. Мед вообще улетает. Я что-то после города никак согреться не могу. Дома тепло, все ходят раздетые, одна я не могу согреться. У нас морозы, не знаю, завтра пойдут, не пойдут ребята в школу, потому что 30 градусов опять на улице. И неизвестно, что будет. Так что вот так вот. Напишите, пожалуйста, сколько у вас градусов. У нас вот сейчас 30 градусов на данный момент. Сейчас отварю свеклу, супик сделаем. И будет все окей. А потом сяду на документы заполнять. На детское пособие. Я сегодня попросила, мне дали бланки. Буду заполнять их дома. Потому что там потом сидеть 2 часа заполнять на моих 8 детей, это вообще подолгу приходится. Ладно, вот такие вот у нас дела. Не забывайте писать ваши комментарии, ставить лайки, подписываться на наш канал. На этом я, наверное, попрощаюсь. Всем скажу всем огромное спасибо за то, что вы остаетесь с нами. И да, нас уже 6000 подписчиков. Огромное хочу сказать спасибо вам, потому что если бы не вы, я бы не набрала бы столько никогда подписчиков. 6000 это большая круглая дата. И поэтому в этом месяце, ну, наверное, чуть попозже, я объявлю конкурс. Сделаю, когда все закуплю, чтобы мне показать вам, что будет в конкурсе разыгрываться, и обязательно я сделаю конкурс. Мне писали: Настя, ты не боишься, что тебе придется куда-то за границу отправлять, например, в Германию или куда-то? Я понимаю, что для меня это дорого обойдется, может быть, но я все равно отправлю. Если получится так, что придется мне в другой город отправлять, отправлю, ребят. Ну, там посмотрю, конечно, по деньгам, как будет. Но постараюсь отправить все равно. Так что, если будет вам интересно, оставайтесь на моем канале. Всем-всем говорю огромное спасибо. Дай Бог вам всем крепкого здоровья за то, что вы остаетесь со мной и поддерживаете мою семью. Всем, знаете, вот хочу, чтобы все ваши мечты, которые хорошие, чтобы все у вас все ваши хорошие мечты сбылись, а плохого, чтобы ничего не происходило в вашей жизни. Всем говорю огромное спасибо. И на этом я хочу попрощаться. Всем говорю пока-пока.